генерал Гав к вашим услугам. Как ты тут очутился? Clear the drop zone! Это был обычный будний день. Зашел папа и, как обычно, спросил. Эрик, ты сделал уроки? Да, вот как раз начинаю. А, ну хорошо, а я пойду тоже поработаю. Делать уроки мне почему-то не очень хотелось. И я решил сделать переменку перед уроками. И сыграть пару кадок в Brawl Stars. Я выключу звук, чтобы папа не услышал. Что-то тут у тебя подозрительно тихо. Ага, все понятно. Опять играешь свой Brawl Stars? Я только на секундочку зашел проверить, есть подарки или нет. Знаю я вас. Сначала подарки проверить, потом катку сыграть, потом квест пройти, а потом ящики открыть. Ну ладно. Делу время, а потехе час. Час? Ну, я имею в виду сначала уроки. Папа ушел, а я продолжил делать уроки. Вскоре я сделал все уроки и с чистой совестью взялся за телефон. Так, посмотрим, чем он там занимается. Ага, опять Brawl Stars играет. Уже целых 42 минуты. А уроки, наверное, еще не сделал. Сейчас мы ему заблокируем. Ой, что такое? Пора ложиться спать? Странно, телефон заблокирован. Папа, у меня заблокировался телефон. Это я заблокировал на своем телефоне через Family Link. Теперь я могу контролировать, во что ты играешь и сколько. Сделал уроки. Ну, займись чем-нибудь полезным. Вон, книжку хотя бы почитай. Незнайка в солнечном городе? В наше время мы не сидели, как вы, в телефонах, а читали книжки или гуляли на улице. Но в ваше время не было телефонов. Ну, почему же? Были, но мы в них не сидели. Гав к вашим услугам. Как ты тут очутился? Ну, если честно, я просто эффект. Меня вставили на компьютере в это видео. Но это не важно. Мне сообщили, что в вашем доме творится сущее безобразие. И разрешают играть в Brawl Stars. Ну да. Папа мне ограничил время с помощью приложения для контроля за детьми. Хорошо, мы решим вашу проблему. Где сидит подозреваемый? Вот за этой дверью. Хорошо, откройте дверь. Clear the drop zone! Закрыть дверь. Проблема решена. Что это было? Небольшая авиапосылка для папы. Нет! Слушай, что тебе снилось? Ты так беспокойно спал, дрыгался во сне, кричал. Да так. Сон нехороший приснился. Вот видишь, кошмары снятся. Это все от перевозбуждения. Вот к чему приводят эти ваши бешеные игры. Но я же не только в игры играю. Хожу на футбол, гитару, английский, бассейн. Ну и канал свой веду на YouTube. Кстати, ребята, проверьте, чтобы кнопка на моем канале у вас была серой. Да, ты прав. Главное, чтобы у тебя было много разных увлечений. Пожалуй, открою тебе доступ, но поставлю ограничение на 45 минут. Короче говоря, папа разрешил Brawl Stars.